Здравствуйте. Продолжаем знакомиться с новым проектом 100box. Так, что же такое криптобиржа 100box? Начните работу с быстрой, безопасной и совместимой платформой для покупки и торговли криптовалютами. 100box Exchange позволяет легко получить доступ к криптовалютному рынку и создать лишний портфель для будущего денег. Также изучите NFT, превратите своих бизнес-клиентов в лояльных, заинтересованных лиц и поклонников. Предоставьте своим заинтересованным сторонам программируемые цифровые предметы коллекционирования. Откройте для себя новые возможности для бизнеса со 100box NFT. Это планируется все в дальнейшем. Также вы можете загрузить книгу, которая поможет вам ориентироваться в нюансах предложений токенов безопасности. Здесь вы можете скачать данную книгу и знакомиться с ней. Также проект делится контентом с ведущими СМИ в индустрии финансовых технологий и цифровых финансов. Это такие как Bitcoin.com, Бензинга, Securities, ну вот, и другие. А также вот MarketWatch. Так, это также проект, это блокчейн для конкретных ценных бумаг. Это следующий шаг в технологии токенизации. Цифровые ценные бумаги на блокчейне обещают произвести революцию в индустрии ценных бумаг. Решение загадки ликвидности для токенов безопасности – это лидеры мнений. В финансовой индустрии существует широкий консенсус в отношении того, что технология блокчейн подорвет рынок ценных бумаг. Вот. Вы можете присоединяться к сообществу 100box. Следуйте за нами в соцсетях, учитесь, делитесь мыслями и становитесь активной частью сообщества 100box. Вы можете нас найти в таких социальных сетях, как Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Telegram. 100box. Услуги. Это консультации по токенизации, консультации по цифровым активам. Вот продукты, это панель управления DS, DS Swap, это криптобиржа, вот решение по недвижимости, финансовые услуги, вот деятельность, это 100box, OX, NFT, блоги. Вот здесь также можете все подробно более изучить о дорожной карте, токен утилит 100box. Вот также в социальных сетях можете за нами следить. Вот и все. Всего доброго. Спасибо за прослушивание. До свидания.